Я вон это самое сегодня целый день твоего звонка жду, сижу. Видео посмотрел, там что-то целая куча в плену ваших ребят с вашего полка. Да, нафиг. Да-да. Второй батальон, четвертый батальон. Ну, это мы слышали. Ну, это у меня 3-4 назад, значит, это было. А да, говорили. Ну, как сказали, хохлы зашли, сначала минометами закидали. Вот, потом зашли, там, короче, от роты ничего не осталось. Там от роты, наверное, все 200 и 15-300, и все в плен. А что, они вообще без прикрытия были, что ли, что? Да хрен его знает. Да, минометами просто обложили и зашли в посадку. И все. Это несложно. А там пока минометный обстрел, что ты голову хрен высунешь из-за окопа. У вас что там? Они там стояли там, ближе к лесу. Ну, не двигайтесь. Пока здесь нет. Ну, вряд ли мы туда поедем. Понятно. Мы, наверное, будем отказываться. Ну его нахрен.